Скама пора закрывать. Главный из его головорезов Луис Кальянте. Он часто мотается в Новый Орлеан. Убери его на людях. Кэм потеряет лицо, приток денег ослабнет. Двойной удар. Все понял. Проверим, поможет ли это. Что нужно? Привет, Кэм. Как там у нас поживает Луис? Да как ты узнал? Ему лучше исчезнуть. Устрани его. И давай без нервностей. Так, ну давайте догонять этого малыша. Надеемся, что выведем его довольно быстро. Ты меня огорчаешь. Догоняй его. Да подожди ты, теперь я еще... бей его. Хорошо, я еще даже не догнал его. Подожди, пытаюсь. Стой. Тихо. Так. Мы едем, 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 мы едем, едем, едем. Далекие края, блин. Ладно. Так, кладбище какое-то. Знаете, вот что-то у меня такое ощущение, вот, когда я вижу такого плана кладбище, мне почему-то всегда вспоминается LFOD со своим кладбищем. Надо было бегать от зомби и все дела. Кто знает, тот поймет. А мы пока все еще продолжаем ехать, я все еще не понимаю, что же это за деревья непонятного типа. Ладно, урод, ты перешел черту. О, всего одну? Заткнись! Посмотрим, как ты запоешь в руках у моих парней. Я тебя убью, слышишь? Он меня, видите, грозится убить. Но я думаю, что сейчас сделаем это с ним мы, а не он с нами. Вон там ребята этого придурка. Так, уезжай! Иди, зараза! Тихо, тихо, тихо! Сейчас, сейчас. Не теряй его. Что значит я арестован? Черт. Ладно, сейчас пройдем, я думаю. Ну, с кем не бывает, я же не могу проходить все идеально, правильно? Ну, или даже идеально криво, я тоже не могу все проходить. Поэтому получается все так, как получается. Проверим, поможет ли это. Что нужно? Привет, Кэм. Как там у нас поживает Луис? Да как ты узнал? Ему лучше исчезнуть. В общем, стоит помнить, что нужно быть аккуратнее с ребятами Кэма. Это основная... Держись за ним! ...наша проблема. Покончи с ним. Попробую. Дай догнать сначала. Я ж не могу его телепатически дамажить. Хотя, кто знает. Вспоминая драйвер Сан-Франциско, можно сказать, что мы можем. Так. Давай, 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 остановись уже. Я надеюсь, что я где-то сейчас тебя догоню все-таки. По крайней мере, должен где-то сейчас догнать. Ладно, урод, ты перешел черту. О, всего одну? Заткнись, посмотрим, как ты запоешь в руках у моих парней. Ну, будем надеяться, что это твои парни запоют в моих руках, впрочем. О, боже, не лезь ко мне! Все относительно... Так, парнишка получил свой первый страйк. Осталось еще где-то примерно 2-3 удара. И по идее, я его должен за этот момент вынести. Не, ой, да ладно, с первого удара прям так четко. Окейшки, полетел он знатно, кстати. Я что-то не думал, что его так легко будет вывести. Окей, нам же лучше. Нам же круче. И, да ладно, я его прям в начале трассы, считайте, вынес. Почему бронза-то? Окей, я иногда, видимо, не понимаю эту игру. Луису нужна новая тачка. Ты понимаешь, что исход тут может быть только один? Это не важно. Уходи. Нет, игра зашла слишком далеко. Увидимся. Пора все ускорить. Уничтожь репутацию Кэма и начнем тебя продвигать. Это мне нравится. Кэм обязательно бросит тебе вызов, должен. В придачу я дам тебе еще пару заданий. Будь готов. Как всегда готов. Главное, что мне интересно,
Какие же задания ты мне дашь? А пока давайте переместимся на карту, посмотрим. Так, что-то я... Как-то далековато. Ага, вон, вижу. Нам Майами опять надо. И... Что у нас за задание? Так, до одного надо добираться, а до второго, в принципе... А второй нам золото дает. Причем дает всего лишь плюс 3. Ну ладно, давайте попробуем. Сделай кое-что для меня. Без проблем. Это не просьба. Да, какой ты, а? Не просьба, видите ли. Еще приказывать он мне тут вздумал. Ладненько. Что же это у нас за гоночка такая? Требуется суперкар. Все в минус, кроме золота. Этот человек помеха для меня. Убей его. Стоп! Я не собираюсь. Собираешься. Иначе какой толк от тебя? Твою мать! Следуй за ним и убей. Не подведи меня. Оу. Воу-воу-воу-воу. Ничего себе. Зои, у меня проблемы. Коберн сказал убить кое-кого, иначе... жертвой стану я. Как дела? Я отыскал цель, но мы разминулись. Я на параллельной трассе. Хорошо, не паникуй. Держись за ним. Назови его номер, я тебе позвоню. Обязательно. Так, ну пока будем прыгать, знаете, гонка чем-то мне напоминает. Нечто подобное было в GTA, если не ошибаюсь. И там тоже приходилось следовать за нашим оппонентом, который был на другой стороне дороги. Ну, ничего-то в этом духе. Ладно. Продолжаем разговор. Так, прыжки, блин, опасно, опасно. Прыгаем, прыгаем, летаем, все такое. Так, маяк. Это хорошо. Оп, приземлились. Держись за ним, Алекс. Держись за ним. Может, вы не будете повторять одно и то же? Я и так с первого раза понимаю, не дурак. Так, давай, гоним, 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 гоним. Убираем скорость. Просто нужно его догнать, я так понимаю. Алекс, появился вариант. Задержи парня, мы его спрячем на время. Так же, как и V2 из Сент-Луиса. Та была упрямой дурой и не хотела слушать. Этот парень бухгалтер с головой дружит. Он может нам дать что-нибудь на Коберна. Ладно, я еду за ним. Патрульные пусть ориентируются на меня. Ну что, давайте тогда догонять его, что ли. Там 60 километров. Так, сейчас куда он будет поворачивать-то? А, и все? То есть... И все? Ну, окей, серебро, ладно. А, получили деталь. Выхлопная система. Дает минус 3. Так что она нам не нужна. Ха, черт, Зои, ты же его убьешь. Коберн мог легко обо всем пронюхать. Я решила привлечь нацбезопасность. Парню укроет надолго. Он мертв? Да, мертв. Хорошо, теперь ты со мной. Я даже не знаю, радоваться мне этому или нет. Знаете, а давайте-ка попробуем с вами, ребят, еще раз пройти гоночку на 2 часа, которую, а? Ну, вот эту, хорошенькую. Ну что, поехали, как считается? А? Ну? Ну, уверены, что не хотите, чтобы я ее прошел? Ладно. Тогда, наверное, все-таки я этого делать не буду. Так, давайте посмотрим, что у нас там по карте. Вторая гонка где-то была рядом. Значит, она тоже в болотах. Давайте быстрое перемещение. Вызываю всех. Давайте, предатели, я жду вас. А ты позовешь копов. Так не пойдет. Нет, это не мой стиль. Сделаем все как надо. Так. В прошлый раз он на нас натравил копов. Что будет в этот раз? Он натравит на нас армию или еще что похуже? Он натравит на нас Коберна? Ладно, будем смотреть. Оставайтесь в пределах трассы. А вряд ли я хорошо закончу эту, скажем так, миссию. Давайте попробуем хотя бы. Так, давай. Гони. Главное, чтобы мне никто не помешал. Так, а где там бронза? Ну, что-то такое ощущение, что она вообще не приближается. А, вон и бронза, собственно.
Ой, давай, давай, хотя бы на бронзу. Отлично, бронза есть. Кстати, я вижу, что далеко не все игроки выполняют эти задания. А, кстати, зря, очень зря, потому что есть очень хорошие вещи. Так, стоп, здесь где-то машина мигает. Так, проедем. Я думал, что... Окей, я думал, что там можно проехать аккуратно, но оказывается нет. Так, аккуратненько, нам нужно проехать, там где-то впереди машинка. Так, ну здесь-то, я надеюсь, да, здесь проезжаем. Но, блин, там было неожиданно. Ну ладно, машинка где-то тут. Я, правда, ее не вижу, если честно. А, вон она, кажись. Ну, эти, повернуть, вон она. Угу, отлично. Так, стоп. Я что-то не понял, сколько из скольки-то. Так. Ага. А, 5 из 10, из 20, точнее. Хорошо. Что-то я все врезаюсь. Ну да ладно. 5 из 20 машин мы собрали. Это значит, что нам осталось всего 15 машин. И давайте гонку, наверное, начнем сразу. Чтобы не ждать. Бронза нам плюс 7 дает. Плюс 18 дают за золото. И мы, надеюсь, все сделаем как надо. Хэм, мы уже были здесь. Ну и пусть. Я устал от схваток. Давай все закончим. Весь юг сегодня на кону. Победитель будет здесь властвовать. Проигравший уйдет. И каким бы ни был исход, ты сдержишь слово? Да. Все решится на дороге. 3, 2, 1. Поехали. Пора, Алекс. Забери у Кэма все. Ну что, давайте забирать у него все. А вот у нас это и получится. Кэм у нас сейчас слева от нас, на спортивной тачке. Остальные на не пойми... Тихо! Остальные на не пойми чем. Есть, ты его обошел! Отлично, она мне сообщила, что я его обошел, но я как бы его еще в самом начале обошел, учитывая, что он был последним и сейчас последний. Ну окей. Пока едем, тихо, так, немножко, ладно, сделаем вот это немножко не то, чего я ожидал, но окей. Держись за ними, Алекс, шанс еще будет. А, хорошо, шанс еще будет, это классно, и тем более, что 12 чекпоинтов, так что время у меня действительно еще есть. Так, будем надеяться, что я сейчас... Держись! Будем надеяться, что я сейчас спокойно доеду до следующего ориентира, без каких бы то ни было неприятностей. По идее, они не предвидятся. Кэм пока все еще последний. Кстати, тачка у него здесь не самая хорошая. Я так смотрю, что есть еще у его же, скажем так, друга, да, с которым он там гоняет. Чуть получше. 394 против 388. Так что... Нет, в любом случае, в целом, я смотрю, что очень даже неплохо проходится игра, если ты там немножко подкачался и проскачал свою машину. Так что в этом плане все хорошо. Хотя тот же, например, Underground первый проходился по другой системе. То есть там не так важна была мощность твоей машины, как нежели умение водить. Ну вот, поэтому все относительно. Тут... все-таки больше ставится на мощность, нежели на умение. Хотя умение тоже, естественно, важное. И на сложных, например, гонках, то есть когда у вас уровень машины меньше, вы можете победить за счет умений, но не за счет, скажем так, своей мощности. Ну, как-то так. Хотя все, опять же, повторюсь, относительно. Ладно. Пока гоняем. Забиваем тут попутно всякие столбы непонятные. Кэм все еще на последнем месте. Въезжаем, видимо, то ли в город, то ли в какое-то поселение. Вот, Кэм уже четвертый, потихоньку приближается. Он решает нагнать, видимо, меня. Так, надо вот здесь вот аккуратненько как-нибудь повернуть. Финиш рядом, Алекс, сделай его.
не будет. Все отлично. Впрочем, финиш, впрочем, все, и это победа! Задание выполнено, получаем 34 уровень. Это не может не радовать. Получаем золото, что меня радует еще больше. Дает нам 18 к машине, означает, что наша машина довольно нехило улучшилась. Так. Что я могу сказать? То, что, наверное, мы продолжаем. Продолжаем разговор, возвращение в свободный режим. Ты выиграл, парень. И значит, ты уходишь? Я держу слово. Ну чё, мужик, нечего сказать. Алекс, хорошо ты Кэма уделал. Спасибо. Коберн хочет его убить. Что? Да, Коберн всегда начеку. Если кто-то много знает, он его не отпустит. Он готов пойти на все. Вот урод. Нам это не страшно. Но вот твой план, пожалуй, не вписывается. Да, ты все просекла. Да, вот это поворот, как говорится. Так, давайте срежем здесь. Фиг мы здесь срежем, тут забор. Ладно, куда нам надо? Угу. Вон миссия. Так, серебро. Быстрое перемещение. Хотя надо было сразу играть нажать. Если хочешь спасти Кэма, поторопись, Алекс. Уже. Так, в одиночку. Быстренько гоняем. Так, плюс 10 нам дает золото. Отлично. Бронза минус 2. Соответственно, нам надо постараться пройти на золото, либо на серебро. Алекс, я знаю методы Коберна. Поскорее найди Кэма. Все будет в порядке. Если что, местные копы его прикроют. Будь начеку. Дуй Кэму. Скорей. Постараюсь. Так. Надо максимально быстро проехать 9 километров. Постараться, конечно, как обычно, ни во что не вписываться, но вы меня знаете. Поэтому ничего я обещать не буду. Тихо, 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 тихо. Занесло. Сказал я ни во что не вписываться и даже в нормальный ориентир в последний вот не вошел. Ладненько, извините за все, но мы продолжаем. Как бы не было это странно. Так. Тихо, 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 тихо. Тихо, все, все нормуль, все хорошо. Ладно. Мы все еще продолжаем, все еще едем. Так, остается 9 секунд, надо ускоряться, чтобы победить. И это обязательный пункт. Так, проехали, отлично, 19 секунд. 19 секунд, нас чуть-чуть подкидывает, заворачивает автобус. Так, хорошо, 7 секунд ориентир прошли. Едем к следующему. Различные такси, автобусы, такси, такси, автобусы, всякие машины, люди. В общем, ничего хорошего здесь нету, я пока не вижу. Здесь есть только куча всякой гадости. Так, а давайте-ка, знаете, будем аккуратны. У меня была мысль срезать, наверное, по центру. Это было бы неплохо, но думаю, ладно, не буду. Воу-воу-воу! Чуть-чуть занесло. Ладно, экстремальничаем. Значит, нужно быстрее ускоряться и попытаться пройти всю эту... 4, 3, 2... Успел! Я успел! 7, 6, 5, 4... Успел! Черт! Мне сейчас нельзя вообще ни разу врезаться. 7, 6, успел. Так, наверстываем по 2 секунды примерно. Так, врезаться нельзя. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Нет! Тихо, тихо. Так, гоним, гоним. Должны, должны доехать до ориентира. Сколько там километр? 12 секунд. Вы издеваетесь? Так, 7, 6, 5, 4. Ты почти у цели. Поднажми, Алекс. Пока удается, давайте гоним. Ну и... Да! Фу, мы это сделали. Ага, это было жесть.
него. Да, но люди Коберна меня опередили. Я еду за ними. Останови их, Алекс, ну же. Сейчас попробуем. Мы опять на внедорожнике, что не может не радовать. И будем пытаться остановить людей Коберна. Так, едем, ускоряемся. Тихо. Ты чё так тормозишь-то, Алло, гараж, зачем? Так, какая-то стоянка, что ли, или что это? Ладно, едем дальше. Тихо. Хорошо, вроде вписался. Так. Продолжаем разговор. На, зараза. Так. Не хотел бы я, чтобы он от меня далеко уезжал. Надо как-то поаккуратнее здесь проехать. Вы поняли. Ладно, надо поаккуратнее действительно как-нибудь проехать, так, чтобы он с меня здесь не слез особо. Точнее, я с него. Ладно. Едем. Ой. Так, давайте параллельно ему попробуем по дороге. По дороге мы вроде должны разгоняться быстрее, чем он. Но почему-то этого не происходит. Или происходит, но я этого не замечаю. Ладно, в общем, не важно. Должны, в общем, по дороге, по идее, быстрее него разгоняться. Так. Куда он там уехал? А ну иди сюда, ща как врежу. На! Ты занесло, куда? Куда ты свернул, негодяй? Зачем? Тихо. Так, хорошо. Едем. Воу, полицейский-то тут при чем? Вот так. О, минус 2 хп, все, я крут, я его убил. Я снес ему 2 хп. Так, стоп, где его машина-то? О, что-то она далеко уехала. Так, остается минута, блин, за минуту его убить сложно. Но мы постараемся. Так, ускоряемся, на! Отлично, бей дальше. Еще раз, Алекс. Так, да, красиво. Вот так. Не слезай с него, Алекс. Его по одному хп дамажу, короче. 6 хп у него осталось. А почему он врезался в меня, но при этом не вырубился? Это нечестно. Я же не успею его догнать за 40 секунд. Ну же, давай. Давай. Ну, гони. Мужик, разбегайтесь, люди. Нафиг отсюда. Давайте. Ну. Времени не осталось. Давай, чуть-чуть нитро, ну. Вот так. Чёртова баба, блин, давай! Зачем ты рисковал, спасай меня? Потом, валим отсюда. Держись, я их стряхну. Ты что, не работаешь на них? Ну, как бы нет. По-моему, понятно, если я пришел тебя спасать. Так, давайте пробуем убегать от них. Куда-нибудь сюда свернем. Так. Мы едем. Далекие края, давай. Оба. Так, по-моему, неплохо получается. Так, сюда свернем. Осторожнее! Теперь ты меня убьешь. Наоборот, я вытащу тебя отсюда. Зачем? Зачем тебе это, черт возьми? Ты был в 5-10. Раньше это что-то значило. Тебя помнят. Вот такие мы добрые люди. Мы все еще помним всех тех, кто был в 5-10 когда-то. Как бы это смешно не звучало, на самом деле, со стороны, ну ладно. Так. Тихо. Так, надо угонять уже от этих непонятных, видимо, агентов ФБР или кто они вообще, фиг пойми. Ну, по значку сверху можно предположить, что это иллюминаты. Ну, или как-то с ними связанные люди. Если верить этому значку, конечно. Вот, ну а на самом деле я даже не знаю, потому что мы просто уехали и, блин, врезаемся во все. Все подряд врезаемся и... Тихо, стоп. Сейчас вот так скроемся, я надеюсь. Ну, только не подъезжай, не надо, нет. Да.
Задание выполнено. Ура, ребят, поздравьте меня с этим. 35 уровень. Да, мы это сделали. Бронза. Черт, бронза. Ну ладно, отправить штаб. Возвращение в свободный режим. Я тебя вычислил, парень. Да? Тебе ведь бритва нужен, верно? А у тебя есть возражения? Если ты заставишь его страдать, то нет. Итак, что мы имеем? Никому неизвестный V2 решает для Эрика проблемы с деньгами, а потом берется приручить Юг. Похоже, у нас объявился кто-то очень находчивый. Бритва? Мы встречались? Еще нет. Это случится, когда твой ранг будет посерьезнее, братишка. К слову, я дам тебе V4. Но не за просто так. У 5-10 куча проблем в районе Вегаса. Решишь их, я уделю тебе время. Ну что ж, это задача — решить проблемы в Вегасе для бритвы, а попутно прибить его к чертям. Ладно, давайте с Лалом попробуем сделать. Я думаю, что это будет неплохим окончанием как вариант серии, если это будет, конечно, конец серии. Но в любом случае, давайте попробуем это сделать. Тихо, тихо. Призрак что-то меня обогнал, засранец. Ну ладно, здесь, в принципе, ближе, чем я думаю. Так что все хорошо. Все хорошо. Так, мы все еще гоним. Бронзу получили, уже классно. Возможно, на серебро даже заработаем. Если совсем повезет, то еще и на золото. Но я почему-то думаю, что навряд ли. И серебро, да, получили. Отлично. А, так, что нам дали? Что нам дали? Минус 8. Фу, говно. Гадость. Кто такое предлагает? Зря так проходил. Так, давайте войдем в порт Майами. Посмотрим быстренько, что-нибудь там у него. Бла-бла-бла. Посмотрели. Собственно, едем дальше.